Верховная Рада Украины приняла в первом чтении президентский законопроект о создании антикоррупционного бюро в рамках пакета реформ. За документ проголосовали 278 депутатов. Выступая в парламенте, премьер Арсений Яценюк пояснил, что задачей нового бюро будет борьба с коррупцией в высших эшелонах власти. Яценюк убежден, что эта структура поможет добиться главенства закона для всех на Украине. Мы получим реальные данные, информацию о владельцах недвижимости, земли и всех субъектов, занимающихся предпринимательством. Это пока покажет нам настоящую картину того, кто в действительности чем владеет на Украине. Подготовка ко второму чтению будет проходить по сокращенной процедуре. Депутаты смогут его рассмотреть уже 14 октября. Но уже сейчас министру финансов Украины станет легче вести диалог с международными финансовыми институтами во время визита в Вашингтон. За стенами парламента собрались те, кто поддерживает принятие законов по борьбе с коррупцией. Парламентарии не готовы пока поддержать принятие такого решающего закона, считает один из организаторов акции. Они будут между собой договариваться, вносить поправки. Это приведет только к ухудшению, так что я бы назвал это голосование половинчатой победой. Собравшиеся по-своему наказали депутатов, не готовых объявить бой коррупции. В их фотографии летели сочные помидоры. На память.